Здравствуйте. Система мебельных шаблонов «Ассистент» в эфире, и с вами я, Дед Мороз. Вот. Ну, сегодня праздничный выпуск, сегодня никаких таких новостей особых не будет, да. Сегодня я просто хотел бы поздравить всех мастеровых, всех без исключения людей, которые видят это видео, вот, с новым, с наступающим 2015 годом. Хотел бы поблагодарить всех, кто так или иначе был с нами в течение этого года. Да. Тот коллектив, прежде всего, который участвовал вот во всем, что происходило с нами. И зрителей, и участников диспутов, споров, всяческих дискуссий, да, по тому, как нужно развиваться и в каких направлениях. То есть я всех без исключения поздравляю и всем очень благодарен за вклад, который вы так или иначе вносили в то, что мы делаем. Вот поэтому всем желаю творческих успехов, да. Желаю побед, только побед, да. Желаю здоровья, потому что ну, с годами чего греха таить, всем нам оно надобится, да. Вот. Хотелось бы также всем пожелать мира, потому что это очень важно, и я думаю, тут все со мной согласятся. Пусть 2015 год принесет нам всем и всем людям на Земле мир. Конечно, хотелось бы небольшой такой предпраздничный видеоотчет сделать, что у нас получилось, да, в этом году сделать. Год был непростой, потому что, ну, в общем, я думаю, напоминать не надо, есть определенные события в мире, которые отражались и на нас. Но, тем не менее, мы не сидели сложа руки. Вот. И мы старались держать четко курс, да, избранный, который мы задумали уже давно. То есть быть национальным производителем инструмента. Да. И вот под нашу елочку импровизированную, что нам положил 2014 год. У нас в этом году стала возможна вот такая вот струбцина «Ассистент». В дальнейшем, естественно, все, что я вам сейчас показываю, это базовые вещи, которые так или иначе будут влиять на все, что будет происходить в развитии нашем на 2015 год. Вот такой замечательный профиль, о котором мы только начинаем говорить, у которого есть очень серьезные возможности, и надеюсь, вам он поможет создать определенные условия для труда. Ключик для системы мебельных шаблонов, да. Вот если посмотреть на все эти наши новинки, это простые вещи на первый взгляд, но они были очень непростые. То есть непростая работа была для того, чтобы вы увидели их именно в таком виде. Вот. Вот такая вот лепестковая гаечка у нас, да, появилась. Флипстоп. Сейчас это опытный образец. Ну, в 15 году уже у нас у всех представителей будет все, что уже частично оно есть, да, и то, что еще нет, у представителей будет в ближайший месяц на руках. Вот. Будут также варианты разметок, но здесь нужна работа, да. Значит, вот на первый взгляд вроде бы немного, но за этим стоит труд людей, которым я всем благодарен очень сильно. И надеюсь, и вы, уважаемые зрители, оцените по достоинству ту работу, которую мы делаем и будем продолжать делать. Потому что, ну, интересно жить тогда, когда стоит сверхзадача. Сверхзадача у нас поставлена. Мы хотим быть первым национальным производителем вот на территории Союза. Поэтому все наши решения, да, они будут приниматься именно в этом ключе. И развиваться все, что мы делаем, да, сегодня, оно будет именно исходя из этого. Поэтому еще раз я всех поздравляю с новым 2015 годом. Еще раз всем всех благ, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне. И всем-всем мира и добра. Спасибо большое. С Новым годом!